разборочку произведем и посмотрим, что внутри. Отвертка Бокер Виха Т8, Т6. Походный наборчик от Lone Wolf. Тоже пригодится. Все винты прокручиваются, ни один не держится. Смотрим, так пойдет. Так не пойдет. Фиксатор резьбы есть. Белый. С этой стороны торкс, втулка мама, с этой торкс папа. Жертвуем темником, потому что он похабный. Виксы наши все. И что мы видим? Вот такая сомнительная конструкция бэклока. Сопливейшая пружиночка у нас. Ну хоть коромысла хорошие. Никаких шайб вообще, в принципе. Замку есть куда вырабатываться еще. Стопорный пин закрытого положения. Ну хоть что-то. Стоит, конечно, сомнительно все это. Ну вот такие пироги можно собирать. Не знаю, насколько будет видно, трубка темлячного отверстия скошена под углом. Отформована под рукоять. Короче, ребят, эту пипиську лучше не разбирать. В итоге резюмирую. Все торксы проворачиваются. Шайб нет. Вместо нормальной пластинчатой пружины стоит витая. Стопор закрытого положения болтается как хочет. При сборке обратной придется его ловить. В целом нож игрушечка. Ножичек собрал. Посадил на фиксатор резьбы какой-то. Какой нашел.
налил баллистольчику. В принципе, все работает. Придраться особо не к чему. Баллистольчик блестит. Коромысло прожимать нужно поглубже. Любители безопасности будут довольны. Но интересная особенность конструкции, опять же, при сдавливании кнопка бэклока попадает в мягкие ткани и немножко нажимается. Вот тут. Нож при этом чуть-чуть начинает люфтить. Но в целом не страшно. Стал бы я его советовать? Думаю, нет. Ну, если только так поиграться.